Человек пробирается сквозь белый снег, как ангел в небе. Это фильм художника Леонида Тишкова. Именно так автор видел прорыв человека в космос. Простой человек в фуфайке, но с крыльями за спиной преодолевает все препятствия. А придумывали-то это люди, которые не думали о том, как они вот выглядят и в какой они одежде, но они цепляли себе крылья. И вот эти крылья, они же метафизический образ. И вот полеты случались. Выставочный проект «Горизонт и безвесие» предлагает зрителю 6 необычных фильмов. Это мысли о космосе и человеке не профессиональных режиссеров, а художников. Она интересна тем, знаете, что художник, который берет в руки видеокамеру, художник становится как бы кинорежиссером. Вот это интересно, когда визуальная культура уходит за свои границы. Создается не кинорежиссером и не кинооператором, а художником. Выставка «Горизонт и безвесие» будет работать месяц. Лариса Шлафаст, Константин Головин. События.